Школьный диктант. Весна наступила. Теперь гаджет во благо. С помощью смартфона, компьютера или ноутбука можно не только написать диктант, но и пройти новую тему по любому предмету, и получить домашнее задание, и узнать оценки. Анастасия Никитина учится во втором классе на дистанционном обучении вторую неделю. Ну, мы домашнее задание, кто зарегистрирован из детей, смотрим в школьном портале. Отметка тоже. В коридорах и классах непривычно пусто. Вместо указки – компьютерная мышка. Несколько кликов и заданий получили все 37 учеников. Аделя Музафарова, учитель начальных классов, признается, с одной стороны, дистанционное обучение потребует от школьников самоконтроля, а с другой – позволит учителю применить к каждому индивидуальный подход. Наши онлайн-платформы позволяют отслеживать каждого ученика. И более того, мы имеем теперь возможность индивидуально подходить к каждому. Конечно, мы на уроках обычных стараемся подойти индивидуально, но когда в классе более 30 детей, это сделать сложно. Здесь система позволяет подобрать ребенку по уровню заданий. Хотя без помощи родителей все же не обойтись. Мамы и папы младших школьников могут не только проконтролировать выполнение заданий, но и помочь не растерять недавно приобретенные навыки. Очень важно не потерять только-только появившиеся навыки грамотного письма. Поэтому мы очень надеемся на помощь и понимание родителей, которые организуют своего ребенка, где-то по просьбе учителя отнесутся с пониманием, пришлют фотографию письменных работ своего ребенка. Школьный портал и онлайн-платформа «Фоксфорд». Современные технологии позволяют получать знания, не выходя из дома. На дистанционное обучение перешли все образовательные учреждения Одинцовского округа. Прогулять виртуальные уроки не получится. У педагогов каждый ученик как на ладони. Время уроков, естественно, будет сокращено. Это не как обычный урок, потому что это мы все прекрасно понимаем. Это дети находятся, сидят за компьютером. Естественно, им дается задание, и в электронном дневнике все задания прописываются. Через школьный портал, конечно, педагог может отследить, как ученик этим занимается. Для тех, кому ребенка не с кем оставить дома, в образовательных учреждениях округа создаются дежурные группы. В каждой не более 12 человек. Они рассчитаны на учеников с 1 по 4 классы. Перед занятиями детям придется пройти утренний фильтр. По-прежнему действуют все правила дезинфекции. Дистанционное обучение, как и работа дежурных групп, продлится до 6 апреля. А там начнутся долгожданные каникулы. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».